Всем привет! Та-да-да-дам! Новая игрушка Амнезия. Призрак прошлого. Эта игра относится к жанру хоррор. Или, по-другому говоря, хоррор. Вообще правильно говорится слово хоррор. К этому жанру. Это жанр игр, который я знаю давно, конечно же. Там, может быть, когда-то я увидел у обзорщиков. Но этот жанр игр, который я никогда не играл. Ну, потому что, как бы, никогда меня не привлекало это. А один из зрителей попросил все-таки поиграть в хорроры. Почему бы и нет? Хорошая ниша. Игр это в жанре хоррор очень много. Я не знаю, как я сейчас буду играть, конечно. У меня нет опыта, поэтому я буду, наверное, пугаться. Я выключу музыку Амнезия, потому что, сами понимаете, YouTube это такие хорошие люди. Если они хоть маленькую мелодинку услышат, сразу страйк лови. Как же я выключил? А здесь же нету такой галочки выключить. Просто заходите в папку с игрой, там есть файл ресурка кфг. Ну, ресурсы, короче. По-русски или по-английски ресурка. И там, короче, есть такая строка music и адрес. Короче, выбирайте эту строку и все, играем без музыки. Я бы сыграл с музыкой, но я говорю только из-за ютуба. Что я могу сделать? Все, звуки есть. Я играю в наушниках, смотрим. Как я пересрусь, усрусь. Некоторые вещи нельзя забывать. Тень идет за мной, нужно торопиться. Торопиться. А, нет, еще рано, да? Ладно, извиняюсь. Что-то... Вот шрифт говно. Что я натворил? Это безумие. Нельзя забывать. Нельзя. Я должен его остановить. А, это типа я думаю, что ли, да? Это я про себя говорю? Меня зовут. А, это мои мысли, наверное. Я Даниэль. Эй, мудаки, что дальше? Ну и чё? Так, там вначале, когда я запустил игру, там были рекомендации. Там было написано, что у игры... Ну, рекомендации от разработчиков, там, типа, играйте в наушниках ночью, бла-бла-бла, что у игры есть автосохранение. Не авиасохранение, а автосохранение. Ну, давайте, давайте, я хочу обосраться, я готов. У меня тут рядом таз стоит, 8-литровый, пойдет. Подсказка, задание добавлено. О, спасибо. Это, наверное, журнал. Ну, это логично, во всех играх журнал открывается на G. Наверное. Воспоминания. Идите по следу из капель, найдите источник жидкости. Жидкости... Я уже вижу источник жидкости под моим стулом. Ладно, дневники нет данных, а записи. Ну давайте посмотрим. Если мне понравится, я буду снимать хоррор. Самое главное, вы напишите. Вот мне больше всего бесит, да? Смотрят видео и не могут комментировать. Я вот никогда не понимаю. Ну почему вы такие тупые, вы мне объясните? Чтобы, не знаю, было какое-то взаимодействие, я должен понимать, что думает мой зритель. Поэтому пишите комментарии всегда. Хотите ли, чтобы я играл дальше хоррор? Напишите, играть дальше хоррор. Пишите, что я правильно сделал в этой игре, что неправильно. Как использовать? Трутницы закончились. Это на левую мышку использовать, я понимаю. А зачем-то поворачиваться, наверное, выглядывать, да? Да, наверное, выглядывать влево-вправо. Какие-то трусы закончились. О. Что, бросьте предмет, нажмите правую кнопку мыши, удержите R, сделайте... Что? Ну-ка еще раз, я поднимаю. Ну, графика, по идее, должна быть такая стрёмная. Ну, еще раз говорю, опыта нету играть такие игры, поэтому я пугаться буду 100% в начале. Сами понимаете. Наверное. Так, ну что у нас здесь есть? Левая кнопка мыши, двигать ему, чтобы открыть или закрыть дверь. А, прикольно. Open the door. Так. Поезд нету. Трутница. Что такое трутница? Это, наверное, зажигалка, типа, да? Ну-ка, давайте кинем стул еще раз. Зажимаю R-ку. Нет. Беру. А, R-ку. Господи Иисусе, еще раз. R-ка. А зачем R-ка-то? Я вообще не понимаю. А, это типа крутить? Ха. А, все, ясно. Нам вопрос был поднять и бросить. Да.
Кстати, графика такая чем-то напоминает мне Skyrim. Ну все, вот я вижу капли говна. У кого-то месячные. Самая смешная шутка из всех, что я говорил. Ну, сейчас попробуем поднять. А, нет, вот, зажечь. Да, да, типа спички или что-то такое, порох. Не знаю, что это. Есть еще порох, пореховница. Давайте зажжем везде. А, одна штука всего лишь. Я не могу пройти, подождите, я застрял. Здесь сохранение есть, надо привыкнуть. Фу, говно, одна штука. В жопу засуньте себе. Так, я бегать могу, подождите. Типа я могу бегать, но как-то так странно бегает. Сейчас что будет, да, резко. А, вот, все, я понял, как теперь кидать. Такая. Выходи, чмо, я знаю, там что-то есть. Темновато немножко. Хотя, по идее, да, замысел игры, чтобы было темно. Я настраивал это свет, вначале были настройки. Так, и что у нас здесь? Я слышу звук. По-любому там что-нибудь есть, да? Нет. Так, нужно, чтобы зажигать свечи, другие... Тап, вот у нас есть тап, одна штука. Это чье-то ухо, что ли? Это такое здоровье, я думаю, это ухо, это мозг, рассудок. Нифига себе, даже рассудок есть. Кто сзади меня стоит, дайте угадаю, да? Сейчас я повернусь, это стоит. А, нет, показалось. Ну ладно. Ой, еще. Что это такое? Так, посмотрим. Картинки можно двигать? Вроде нет. Let's go дальше, смотрим. Пока еще ни одного монстра не увидели. Но они, конечно же, будут. Куда без них? А зачем эти свечки зажигать? Какая логика? А, вот они капли, кстати, которые были кровью. Однажды я так сниму, там будет часть голова. Давайте поспорим. Пошли отсюда, мудаки. Что-то ветерок дует. Я, наверное, зря открыл окно. Ну ладно, у меня окно, дверь. Сейчас посмотрим, смогут ли они меня напугать. Вот я буду считать до трех, раз, о, это считать просто буду, раз, два, три, четыре, пять. И что это такое, я ничего не понимаю, я могу ходить. В смысле, это просто так было, да, не из-за чего, ну ладно. Я ничего не боюсь. Та-ра-та-ра-та-ра-та. Не, слишком легкая игра, ничего страшного даже нету. Давайте. Где страсти? Давайте страсти Христова. Ни хрена не видно. Давай, голову страшно. Вроде все пока нормально. Это типа у него глюки, наверное, будут. Я вообще не знаю об этой игре вообще ничего, ровным счетом. Ничего. Кстати, написано было вначале, что надо убегать иногда. Как бегать? Значит, не могу бежать, подождите. Или может мне просто сил нету? Может красться? О, прыгать можно. Прикольно. Так. Не берет. Ну и что дальше-то? Где страх? Где страшные вещи? Не могу понять. Давайте там кто-нибудь вылетаете резко, давайте.
Старые архивы. Новые локации, что ли? Его, его. Все громче называю его имя, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, я хочу усраться. Ну, помогите мне, давайте, давайте. Так, здесь у нас ничего нету. Это просто так, да? Или это можно взять? А, при сильном испуге или шоке ваш рассудок пошатнется. Ну. Решая головоломки, продвигаюсь вперед. Сложно решать головоломки. Ага, зажигаете свет. А где свет-то, подождите. Вот. И чё, я зажёг свет. Ага, по идее мой рассудок восстановился, да? То есть я теперь стал нормальным человеком, не дебилом. Угу. Да, сейчас что-то будет, да? Пукан бомбито, сеньорита. Так, мне нужно найти... Типа тараканы? Ну и где? Мне нужно найти свет, я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Ни одного факела я не вижу, к сожалению. То есть это получается вообще комната бесполезная, правильно я понимаю? Вообще бесполезная. И чё? Просто ящик, да? О, нет, полезно, смотрите, нашел плюшки. А, понятно, что надо поднимать плюшки искать, да? Let's go дальше. Гори, братюня, гори ясно, чтобы не погас. Ну-ка, рассудок чё, он восстанавливается? Легкая головная боль. Как мне восстановить? Я слышу, что доходит. Непонятно, он обратно восстанавливается или нет, или все навсегда. Let's go дальше. Чё-то вообще не страшно. Ну давайте кто-нибудь там заорите, вылете. И чё, и всё что ли? Ой, там что-то упало, надо подобрать. Фонарь. Он, наверное, не бесконечный? А, если наполнен маслом. Да, значит, он это конечный всё-таки. Во, так, сундучок. Книжки здесь бесполезны, как я понял, да, это бесполезно. Здесь все бесполезно, это. Так же будем смотреть, что-нибудь вылетит прямо отсюда. Книжка вылетит. Полтергейст, то есть. Говно! Ого! Не чую страха, ни хрена! Мне не страшно, бла-бла-бла. Рассудок что там? Нет, рассудок, значит, не восстанавливается, да? Странно. Открывай. Кого вы решили напугать? Меня, что ли? Вот я спокойно зашел, даже не пошатнулся. У меня пукан бомбит, помогите мне. Бомбита сеньорита. О, еще один? А, блин, страть, я думаю, это фонарь. Давай, мутанты здесь положи. Можно сделать так, да, чтобы открыл одну дверьку, подумал, типа, а, здесь просто швабра. А во второй именно мутант, такой тоненький, чтобы его не было видно сразу. Типа печка и чё? Чё, то посрать надо, что ли? Ладно, не будем. О, а если мы эту фигню засунем? Суйся, мразь! Не суется что-то. Почему она не суется? Это баг, наверное, в игре. Во, все. О, это поменьше будет, да? Нет, наверное, не должно туда суваться. А-а-а, мой фонарик.
Вот еще какая-то шляпа. Ну-ка, если я подвину, я открою. Нет, нельзя. Ага, здесь ничего интересного нет. Что же нас ждет впереди? Открой двери, не перди. Пошлите, я хожу спокойно. Чё, где чё? Кого убить? Как прям как-то сам поворачивает. Мне кажется, нет? Нет, пока мы не будем трогать эту шляпу. 19 августа 1839 года. Русский перевод хороший. Хотел бы я спросить тебя, помнишь ли ты хоть что-то? Боюсь, когда я выпью этот эликсир, в твоей голове не останется ни одного воспоминания. Пожалуйста. Не бойся, Даниэль. Не надо. Пожалуйста. Не могу объяснить тебе почему, но я выбрал забвение. Постарайся найти в себе силы, потому что у тебя есть цель. Ты мой последний шанс все исправить. Очень надеюсь, что Господи. Имя Александра Бренненбургского все еще вызывает еще... иск. Все, все, пошел в жопу. Прорвало его на текст. Вот что такое. Масло, да, да, у нас есть кое-что для этого масла. Нам смазка нужна. Это все фигня, правильно я понимаю? Блин, я люблю только фонарики. Где здесь можно поджечь что-нибудь? Я ради этого и шел, короче, давайте подожгем, что с собой таскать его. О, видали, я аж додумался. Вот, молодец. Давай, братюня, давай. Во, надо все исследовать. Я слышу звук пердежа. Проясняться, а, еще. Давай, проясняйся его, еще проясняйся, мразь, давай! Еще проясняйся! Все, не хочешь больше проясняться. Мой рассудок прояснился. Типа, я здесь все сделал, как я понимаю, правильно? Я могу идти. О, я могу бегать теперь. Я могу бегать. Люди, я прошел, все, я всю игру прошел. Кому по щам дать, мразь, а? Кого боссать? Ну, где страх-то? Что даже пукан не бомбит у меня. Это можно ломать? Нет, нельзя ломать. Стоп, где я был? Я, по-моему, оттуда шел сюда, в эту сторону. Все, это тупик? Да. Ну, интересно, здесь есть секретные какие-то комнаты, нет? Или надо будет тоже каждую стенку обшаривать? Непонятно. Здесь я уже был. Здесь мы уже были. Ну что ж, идем обратно. Скорее всего, я поэтому и был в архиве, чтобы какую-то фигню подобрать. Бесполезно. Кусок бумажки, не знаю, чем он нужен. Потереть жопу, наверное. Зал с дождем. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ах вы мрази, а хотите меня убить, твари? Ну давайте. Там написано было, что не деритесь. А здесь что, можно драться, что ли? Вначале было написано, не надо драться, не надо. Хорошо, знаешь, мы что-то, видимо, не сделали. Гори, говно, гори ясно. Странно, печка здесь есть. О! Дверь открылась, да? Все понятно, я, наверное, не заметил сразу. Холл. Ну что ж. Он упал на кухонный пол, и глаз-алмаз вытек из него. Подожди, чтобы побежать. Нас здесь надо будет бежать, правильно я понимаю? А мне пофиг, зачем мне бегать, если я ничего не боюсь? Я бессмертный, понимаете? По жизни бессмертный. Давайте, давайте, пугайте там, бла-бла-бла. Это в замке, Александр. Да, в каком-то смысле. Пойдем, возьми фонарь. Ты был в камере переработки, верно?
Не думаю. Она связана с... Как вы назвали это место? Внутреннее святилище. Самый главный зал. Он находится за камерой переработки. На самом Здорово. Деле... Так, ладно, что там сказали нам? В глубине скал под Бренненбургом. Нет, записи. Так, подождите, само себе. Не надо мне это говно. Хочешь, надо какую-то жижу по ним использовать, да? Масса липкая. Фу, она слишком липкая, еще блеванул. Ладно, бежим дальше. Так, мы вошли оттуда. Пойдемте сюда, наверное. Пошли. О. Здесь эти обычные сундуки очень сильно похожи. Похожи с этим говном, подождите. Я буду ходить, эта какашка, мне нравится она. Пошли псы отсюда. Драться. Ну, написано, что не надо драться. Закрыто, да? Жижа! Ну ты пёс, ну ты псина. Все понятно, нужно найти какую-то фигню, которая эту жижу ломает, типа. Уничтожает. Да? Я вообще не понял, это игра страшная или я не ту игру, наверное, поставил? Где там какие-то крики, пердежи, не знаю, там. Какие зомби из стенок. Лаборатория. А внизу что у нас? Винный погреб. Ах ты! Пойдемте, ладно, дальше. Пойдем в лабораторию. Сейчас пойдем немного похитим. Давайте, устройте мне взрыв пукана. Давай же. Я же жду. Да, рассудок, бла-бла-бла. Тра-ла-ла. Жигурда. Меня немного плющит слегонца. Легкая головная боль пойдет. Да. Не знаю, это, видимо, страшно должно быть. Где же ты, где? Я вас не вижу. О, это воспоминания, типа, я опять, да? Нужно больше куприта. Ясно. И одна часть крепкой склянка. Молодец, молодец. О! Прикольно. А мы до этого такие же находили, да? Ёлки-палки, я, наверное, пропустил много говна всякого. Фух, Елена, он трясется вообще. Псина. О! Короче, какая-то стена текста появляется, ладно. Типа воспоминания, да, его? Ну, я понял. Да, да, да. Да отвали! Самое страшное, что было в этой игре. Ну! Возьми, да пошел ты нахрен, стул сраный. Дай мне плюшку забрать. Тупицу подобрали, мы подобрали тупицу. Так, у него это пукан бомбит. Поэтому нужно сделать вот так. Легкая головная боль. Давай, братюня. И чё? А? Ясно. Так, подобрали какую-то парашу. Здесь, наверное, нужно химичить. Требуется 4 химиката. А-а-а. 4 химиката. Микстур разного рода. А как использовать здесь всякие эти предметы? Ну-ка, подождите. 4 химиката. Раз химикат. Я сначала прочитал, что требуется 4 химика. Пойдемте искать 4 химика. Сраное говно, закончился мой свет. Давай, гори, гори, братюня. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло.
Да что-то вообще не страшно, я не знаю. Ты так будто шевелится, видите? Да, зажжем мы свет в своих очах. Я тебе сейчас сирану прям в рыло, тварь тупая. На кого ты пердишь здесь? Так. Как-то немного все по-другому, да? А, нет, это лаборатория, это вообще другое место. Стоп! Может, мы все прошли здесь, что ли? Да. Если я везде был, получается. Ну ты Иуда, ну Иуда. Ладно, вызгел дальше. Все, в лаборатории мы прошли полностью, от начала до самого конца. До самого конца. Хорошо, там у нас еще есть одно место, там уже не нашли, да? Что-то... И там еще есть подъем. Там много еще подъемов, кстати. Много, много. Куда еще можно пойти? И где можно наследить? Иди сюда! Кого здесь отпинать, а? Кто орет? Кто орет, мразь? Сейчас порешаю всех здесь. Кого убить, твари, а? Псы. Кто-то орал, вы слышали? Нет, вы, наверное, не слышали, там кто-то кричал. Я же не знаю, как у вас слышно, не слышно. Там кричали, нет, не трожьте меня. Я хотел уже свертухана прописать по щам. Крыла не подается, почему не подается? Не продается, не подается. Дверь не продается. О, балка. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам. Архивы мы уже были, да? Где я вообще? Не поддается. Открывай, дебил. Ну я не могу доски убирать, да? О, плюшка. Плюшка, плюшка, плюшка. Ты чё и куда идти? Здесь карта есть? Ой, нету карты, да? Воспоминания есть. А я здесь разве был? Подождите. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Во. Мне кажется, когда темно, нужно включать это говно. Как я понял, правильно? Чтобы не было темно, там, чтобы рассудок и бла-бла-бла. Короче, открываем ящик, и там голова лежит чья-нибудь. Я ее с собой заберу, буду с ней ходить. Одену на голову ее. Так, ну давайте. Что есть дальше у нас? О, плюшка. Угу, прикольно. Я очень быстро читаю, вы просто даже не понимаете, насколько это быстро происходит. Мгновенно. Я слышу, как двери открываются. По щам, тварь. Пошли отсюда, псы, от меня. Как закрыть окно? Каталоги. Кабинет. Открывай. Но где страшно, ничего не вижу. О, гори свет. Возле окна свет включил, молодец. 16 мая, 7 вечера. Все, я понял, все, молодец, пошел отсюда. Проверяем все, чекаем обязательно. Да, я вижу. О, ну, А, это третий, все понятно. Угу. Это да, нам нужно оставлять открытым, чтобы я видел, что здесь я уже был. Ну-ка, что у нас здесь такое? О, камин. Я же сразу пытался поджечь, а он не поджигал, мудак. Давай, отодвигай это говно, там секретка, да? Не, ничего там нету. Так, здесь у нас будет рассудок жаловаться. Ой, нету, блин, фигни мои. Да, здесь нам, короче, нужна будет зажигалка.
Стоп, а я, может, у меня нету, да, ёлки-палки? И где ее взять? Если я уже все смотрел, давайте опять откроем. Вот я сказал, надо было открыть сразу, вот так вот. А где эти баночки-то, а? Нечестно, надо было тратить с умом, а я просто все потратил. Просто я не знаю, если я пойду, я, наверное, там погибну сразу. Это мне посрать. Ну, видите, да, его сразу пучит. Руки трясутся. Нет, 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 так нельзя, нельзя, нельзя. Свет, свет. Кровь пульсирует. Так, что ж нам сделать-то? Подождите, я вот не знаю. Если мы сейчас упадем, мы умрем, потому что у нас нету света, как я понимаю. А искать свет, конечно, это долго было. Почему нету этих фигнюшек-то, твари? О, записку. 17 мая. Сегодня я... О. О, дайте мне плюшку, реально. Кстати, я ж побирал что-то сейчас. А, я потратил. Давай, 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 плюшку. Я могу таракана поймать? Нет, не могу. Плюшку дайте, мужики. Не хочу подыхать. Вот, там еще что-то есть. Так, здесь же все нормально, как я понимаю. Возле окна же можно ходить? Да. Вау, вау! Давайте, мрази, напролом. Кому шею сломать? Лови, тварь. О! Масло, отлично. Пойдемте туда же обратно пробежимся быстренько. Масло, масло, масло. Я хочу там проверить. Ага, двери. Нет, мы не там пойдем, мы пойдем там, где я был. У меня что-то экран тупит, наверное, мне надо Windows переустанавливать. Реально, что-то не так с экраном у меня. Даже компьютер новый купить, Windows поставить новый. Все, мы остановились здесь. У нас теперь есть это говно. Недолго, но есть. Потом пройдемся, прочекаем, что у нас здесь. Нужно искать, где эти плюшки тупые. О, еще. Так, стоп. Не балуйся. Вот. Отлично. Ну, подбирай, псина. Так, здесь у нас тоже могут быть плюшки, правильно? Вот, да. Подобрали тупица. Тупица подобрана. Так, идем дальше, смотрим. Ничего больше нету, да? Какой-то свет. Нет, здесь не хочу тратить. Хотя, нет. Давайте здесь потратим. Во. Во! Все, мы вышли из минуса, теперь у нас есть, чем светить. Открывай дверь, давай! Псина! Не открывает. Что-то надо от меня. Не нужен мне этот дневник. Хорошо. Все, мы вернулись туда, мы где были. Здесь еще есть где-то проход, точно. Вот какая-то кровь. О, камень. Это жижа, кровавая жижа. Значит, мы все правильно идем. Если я уже... О, пианино, смотри, туда туалет мне. И чё, я не могу играть на пианино? А, фу, говно, бесполезно. Чекаем. Говно. Это же говно бесполезное же, да? О, так уже темно будет. Стоп, 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 так я не играю. Наш герой может так подохнуть. Да, да, да. А, у нас еще есть заправка. Заправляем. Нет времени тянуть, нужно как можно быстрее все делать. Да, да, да! Еще бы.
Типа нам страшно, но нам не страшно, нам срать просто. Плюха. Что это было сейчас? Мой фонарик, мудаки! Ну твари, ну твари, а! 17 мая, 1839 год. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность, пока не отчаялся. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом... Синий свет в конце туннеля. А я могу зажигать? Нет? Нет, я ничего не могу юзать, я могу просто идти. Сейчас, наверное, будет кринг. Приготовьтесь, я вот, в общем-то, уверен. В темноте я чувствовал его притяжение. Да? И чё? Я потянулся к свету, но он выскользнул из пальцев и ярко вспыхнул, унося меня прочь. На меня навалились странные видения. Фига он наркоман, а? Прикинь, чё он несёт вообще? Бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Следующее, что я помню, это скрежет камня и голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал осколки странной реликвии. Та-ра-та-ра-там. Не знаю, что у него за такие глюки, реально какой-то амфетаминщик. Это воспоминания, что за бред? Это какое-то это, на, размытие добавилось. Руками не сломать. А здесь еще можно, кроме этого, рук что-то еще держать в руках? Что можно держать в руках в этой игре, кроме рук? Можно себя держать в руках. Да заколебали уже меня. Большая часть замка слишком древняя, не обслуживалась веками. Когда придет день, все может обрушиться. Мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем все, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем. Но нужно укрепить слабые балки. Земля задрожит, и все может рухнуть на нас, особенно в нижних помещениях. Здесь, здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. О! Так, что-то про замок говорят, типа может рухнуть, про слуг и так далее. Нам это не надо. Западный зал. Это просто так, как я понимаю, да? Это не телепортация, это просто так висит. Все, это не зажигается почему-то странно. Как бы я везде был здесь. Королевская трусня. О, а если я так поднимусь, то... Ага, еще бы. У нас еще есть. Врубаем и let's go. С фонариком мне нравится. О, ладно, так бегаешь. Руками не сломать, да, мрази тупые? Ну ладно, не сломать руками, хорошо. Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью. Но вот когда они говорят, надо было вырубать это. Мой фонарик. Реально, я трачу, наверное, время его. Ну что ж, let's go. Ага. Так, это, наверное, можно сломать. Не зря же здесь стоит это говно. Тупое, тупое, дерьмо, ломай! Ломай! Все, сломал. Давай, поднимай. Да-да-да, бла-бла-бла-бла. Я все прочитал, все понял. Здесь можно врубить свет, я думаю, на всякий случай, да? Вдруг я буду убегать сюда. Амнезии... Что? Как она не открывается? Стоп. Я же правильно все сделал. Странно, подождите, а что я не сделал? Почему не открывается дверь? Ну, открывай дверь.
странно. Смотрите. Это просто так, что ли, сделали? Что-то какой-то бред. О! Какой-то звук такой хороший. Как будто что-то опускается. Не, ну эти книжки, они, в принципе, сразу выделяются как-то. Не, там должен быть проход, да-да, проход. Вот, я вижу, вижу. Эх, даже, не знаю, ДЦПшник, поймешь, что здесь делать надо. Открывайся, помойка. Может, надо быстро все открыть? Да! Так, а что там с рассудком? Все, я стал супер умным человеком. Что у нас по времени-то? Все, у нас много времени, и как раз в этом месте мы подбираем ключик и закончим. Что надо от меня? Не убивайте, пожалуйста. Так, а что это такое было? Легкая головная боль. Все нормально. Все, в этом месте мы закончим. Это был мой первый опыт игры в хоррор. Тем более я играл на запись. Поэтому пишите комментарии. Понравилось, не понравилось. Продолжать ли мне снимать это видео? Я могу его хоть каждый день выкладывать. Или не снимать. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.